поисках кадров в правительстве области объявили отбор на должность министра спорта и молодежной политики. Сейчас его обязанности исполняет Георгий Барминов. Требования к кандидатам серьезные. Так, потенциальный руководитель ведомства должен иметь стаж работы по специальности не менее 7 лет, знать областное и федеральное законодательство, иметь опыт в сфере физической культуры и работы с молодежью, а также опыт в организации мероприятий регионального уровня. Документы принимают до 4 декабря. Напомню, что в Министерстве образования тоже ищут руководителя. Сейчас обязанности министра исполняет в этом ведомстве Михаил Исупов.